Привет, мои хорошие! На днях мне вспомнился салат Хемингуэй. И тут я задумалась, что общего вообще между салатом и знаменитым писателем. Вы знаете, ничего мне умного в голову не пришло. Если в течение видео придет вам, обязательно пишите в комментариях, потому что мне это реально интересно. А я тем временем начинаю. Половину небольшой луковицы нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на мелкой терке. Морковь смешиваем с луком. Сюда же добавляем тунца в собственном соку, но без сока. Майонез солим, перчим по своему вкусу и все хорошенько перемешиваем. Помидоры режем кружочками. Берем тосты. Я взяла готовые ржаные тосты, но вы можете сделать тосты из хлеба. Кладем дольку помидора, точнее кружочек, и сверху укладываем наш салат Хемингуэй. А я не зря вспомнила Хемингуэя. Очень вкусно, хотя кажется просто, но это клево. Делаем такой салат, можете назвать его и закуской. Читаем Хемингуэя, а на меня подписываемся. Пока!